На конкурс дети читают стихи. Айтматова Элиза, 15 лет. Владимир Маяковский, хорошее отношение к лошадям. Били копыта, пели будто. Гриб, грабь, гроб, груб. Ветром опита, льдом обута, улица скользила. Лошадь на круп грохнулась, и сразу зазевака и зевака, штаны, пришедшие кузнецким клёшей, сгрудились, смех зазвенел и зазвякал. Лошадь упала, упала лошадь, смеялся кузнецкий. Лишь один я голос свой не вмешивал, вой ему. Подошел и вижу глаза лошадиные. Улица опрокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу, за каплище каплище по морде катится, прячется в шерсти. И какая-то общая звериная тоска плеща вылилась из меня и расплылась в шелесте. Лошадь, не надо, лошадь, слушайте, чего вы думаете, что вы их плоша? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в няньке, может быть, и мысль ей моя, казалось, пошла, но только лошадь рванула, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала рыжий ребенок, пришла веселая, стала в стойло, и все ей казалось, она же ребенок, и стоило жить, и работать стоило.